Но ну, раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада. К Киевской ГЭС, а? там прекрасное водохранилище. Так чуть-чуть повыше Киева, четыре там, по-моему, километра кубической воды. Я бы я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать, понимаете, мы, да, надо, я считаю, что нужно отвечать. Вот за Шибекина нужно, я еще раз повторяю, нужно идти в Харьковскую область, и э, они там живут действительно совершенно мирной жизнью, поставили артиллерию и э, занимаются, так сказать, просто разрушением наших приграничных городов. Без всяких военных объектов, просто-просто разрушают гражданскую инфраструктуру. Ну, что мы, почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского. Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом и так далее. Но... Ну, то есть они разрушают наш мирный город, давайте убьем несколько тысяч мирных граждан. А давайте не будем убивать. Давайте сделаем, как Израиль, 24 часа для того, чтобы покинуть этот город. И все. И дальше можно его сравнять с Землей. А дальше уже пусть киевские власти расселяют так сказать, устраивают беженцев, и это их уже проблемы будут. Не надо убивать людей. Я против того, чтобы убивать людей. Мы всячески нас... всегда подчеркиваем, мы никогда этого не делаем. Мы не атакуем ну, гражданскую ну, инфраструктуру. Понимаете, вот поэтому, поэтому и говорят, что сколько не эскалируют, все равно русские будут глотать. Никаких у них нет таких красных линий. И так дальше и пойдет. Надо зубы показывать. Ну что ж, ну я вообще противник этой зерновой сделки. Ну, естественным путем она завершилась. Сейчас ее нужно просто завершать, а дальше уже начинать наносить удары по, по прибрежной инфраструктуре там, Одессы, Черноморской и так далее, по, всех, по, по всем этим портам, откуда а, осуществляются атаки беспилотных надводных средств. Я думаю, что идет война, поэтому как, как изображать из себя, что мы воюем в белых перчатках, мне кажется, уже... Мы же войну не объявляем? Ну, войну не Где оно хорошо, но нравится специальная военная операции. ну, пусть это будет специальная военная операция, но фактически это война. Конечно, война. Ну, война это, ну, что нам э, друг друга обманывать? Нет, э, с точки зрения войны, вы же занимались договорами и международными отношениями да. военными. Война накладывает определенные обязательства и на государство и на граждан накладывает накладывает ну поэтому может быть и правильно что не объявляем войну и Киев нам не объявляет войну ну хорошо пусть будет специальная военная операция но методы должны быть пожестче